Русская служба новостей дарит 101 и 1 литр бензина. Саратовская радиостанция подвела итоги акции «Заправься свежими новостями». Для участия в ней нужно было запастись наклейкой «Я слушаю русскую службу новостей». Их бесплатно раздавали в редакции радиостанции и на сети заправок GP «Вымпел». Фотонаклейки, расположенные на автомобиле, участники отправляли редакторам русской службы новостей. Фотографии прислали свыше 100 слушателей радиостанции. Из их числа генератор случайных чисел отобрал 3 человек, которые получили главные призы – сертификаты на 101 и 1 литр бензина, действующие на заправках GP «Вымпел». 1 сентября накануне мы подвели итоги этой акции и выбрали 3 счастливчиков, 3 победителей, которые у нас получают сертификаты на бесплатный бензин от сети заправок GP «Вымпел» на 101,1 литр бензина каждый.